Малыши Зухра, Захру и Хасан – первые тройняшки, которые родились в Шымкенте в этом году. Семимесячные новорожденные весом всего 1,5 килограмма каждый появились на свет в областном перинатальном центре номер 2. За жизнь недоношенных малышей специалисты боролись больше месяца. Первый был мальчик с весом 1490 грамм. Вторая девочка 1590 грамм и третья девочка 1640 грамм. Состояние детей при рождении было тяжелое за счет недоношенности. Находились на респираторной поддержке, получили необходимое лечение и с момента улучшения находятся с мамой на грудном вскармливании. Для счастливой мамы тройняшек 21-летней Гузаль Нурмиминовой это первая беременность. Девушка признается, что изначально они с мужем ждали двойню. У нас в семье есть двойняшки, так что мы были готовы к тому, что у нас родится два ребенка. Но когда УЗИ показала тройню, это был самый счастливый момент в моей жизни. Я рассчитывала родить сама, но малыши появились на свет благодаря кесарево сечению. Главное, конечно, что они здоровы благодаря нашим врачам. За месяц нахождения в роддоме малыши набрали почти по килограмму веса каждый и готовы к выписке. На улице счастливую мамочку уже ждут родные и близкие. Больше всего первой встречи с новорожденными, конечно, волнуется новоиспеченный папа. Я так рад, словами не описать. Очень волнуюсь и хочу поскорее увидеть их. За последние 10 лет в Южно-Казахстанской области рождается до 13 троин ежегодно. Анастасия Новикова, Ерланбек Саидов, Асылбек Махалбаев. Информационная служба телекомпании «Утрар».